Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приехали опять снимать свою зарплату. Вот с такой зарплатной карты. Вы знаете, бедные люди всегда играют роль жертвы. Им проще сказать: фигня, лохотрон, не верю, чем прийти в компанию, разобраться и зарабатывать такие деньги. Вы знаете, наверное, вас просто жизнь еще не довела до такого пика, чтобы вы все-таки разобрались в информации и поверили, что люди могут зарабатывать такие деньги в компании Skinny Barry. Приходите, мы вас научим.